«Прощай, Пугачёва!» — именно так сказал весь шоу-бизнес неподражаемой Натальи. Напомню, что коллектив бурановских бабушек покинула Наталья Пугачёва. Да-да-да, это однофамилица Аллы Борисовны. «Не ори на меня!» Желтая газетка не раз признавала артистку самой веселой и энергичной вокалисткой группы «Бурановские бабушки». Однако возраст Наташеньки Пугачёвой не позволяет ей гастролировать по городам и странам. А, я позвонила всем бурановским бабушкам, говорю: «Здравствуйте, женщины! Вы будьте любезны, прокомментируйте, значит, уход вашей подруги с коллектива». Бурановские бабушки открыли свои рты, блин. Она просто старенькая уже, ей 83 года. Она теперь дома выступает, нахуй. Мы закрыли рот, блядь. Встречает гостей, фестивали всякие проводит, хуе мое, в церковь ходит, молится, нахуй, блядь. Коллектив патруль, в церковь ходит, которую мы всем коллективом построили на свои гонорары в селе Бураново. Понятно, спасибо, до свидания, женщина. Я бросила трубку, потому что я звезда, а они никто. Однофамилица Примадонны всегда поражала зрителей своим жизнелюбием и талантом. А я напомню вам, котяточки, что в 2014 году врачи поставили вот этой вот Наталье Пугачевой диагноз — рак желудка. Однако после ряда операций Наталья Яковлевна победила смертельный недуг и продолжила выступать. Ей сделали удачную операцию, хорошо, что вовремя болезнь... Коллектив Пугачёва, Ольга Тукта, блядь. Почти 3 года назад мы с размахом отметили... Блядь, заебалась читать, нахуй. Прошлый руководитель коллектива «Бурановские бабушки» Ксения Рубцова сообщала журналистам, что ситуация со здоровьем Натальи Яковлевны критическая. Вот, врачи решали, надо ли делать операцию певицам или хуй на нее забить. Но как на это мешать трагедию ее сердца? Ну да, ей много лет, короче, сердце может не выдержать операцию, понятно, да, блядь, врачи немножко очковали. Тогда дети Натальи Яковлевны, это Валентина, Нина, Галина, Саша, бля, его нарожала, убедили медиков в том, что мама у них очень сильная и обязательно справится. Они сказали: режьте, похуй, режьте ее. В итоге все прошло успешно, и Пугачёва опять с нами. Вот, коллектив, состоящий из бабушек, принимал участие в российском национальном отборочном туре конкурса Евровидения в 2010 году с песней «Come on, everybody». Простите, другая песня — «Party for everybody». Тогда талантливые певицы заняли аж 3 место. Позже группа выступала в отборочном туре Евровидения 2012 с песней «Party for everybody». В итоге буранские бабушки, обошлите, понятно, я нахуй все перепутала. Короче, кажется, они 2 раза выступали. Какая хуй разница, короче, да? Вот двое время тут трачу, ваши драгоценные котятки. Если не одна, кстати, заметили, да, Валера молчит, потому что я одна, да, поэтому я сегодня добрая, такая ласковая. Значит, чего? Про бурановских бабушек. Из коллектива уходит бурановская бабушка, самая такая известная бурановская бабушка, Наталья Пугачёва, однофамилица нашей подруги Аллы Борисовны. Вот, ей 83 года, поэтому сказали уже: знаете, сиди-ка ты нахуй дома, блядь. То есть окочуришься прям на гастролях, блядь. Вот таскайся с тобой, геморройничай. Котят, короче, что, по традиции лайки, дизлайки, подписка в комментариях, ВКонтактах, блядь, есть ссылочка в описании на наш паблик ВКонтакте, в котором я вас всегда жду. Там бывает чаще Валера, чем я, потому что мы вас, конечно же, любим. Как бы Новый год близко-близко, расти-расти, моя. Танцуют все! Dance, come on and dance, come on and dance, come on, boom-boom! Коркатыры на лписосы, берты зимусосы, коркатыры на лписосы, берты зимусосы. Один dance, come on and dance, come on and dance, come on, boom-boom! Хочешь еще and other dance, блять? Come on and dance. Сбилась, сука, блять. Хочешь ну шумпоте, ну поте на шумпоте. Хочешь ну шумпоте, ну пони на шумпоте. Милки дикап чи я ну шумпоте под блять, сука. Концепция. Dance, come on and dance. Come on and dance. Come on, boom boom. Dance, come on and dance. Come on and dance. Come on, boom boom. Блять, потела, сука. Бум-бум! Наливай, Валера, наливай, Валера, 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 наливай, Валера, 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 наливай!